Ну что же, закончилась многомесячная эпопея с назначением нового председателя Московского городского суда. Президент Путин подписал указ о назначении на эту должность Михаила Юрьевича Птицына. О нем известно немного. 13 лет он возглавлял Северо-Кавказский окружной военный суд. Ныне он называется Южный окружной военный суд. То, что о нем известно по делам этого суда, в общем, говорит о том, что эта кандидатура как минимум устраивает Верховный суд и лично его председателя Вячеслава Лебедева. Из знаковых дел этот Северо-Кавказский суд рассматривал дело режиссера Олега Сенцова. Как известно, Сенцов отрицал за собой российское гражданство, которое было ему даровано по факту жительства в Крыму, поэтому сама юрисдикция российского суда сомнительно была в этом случае, тем не менее он был осужден. Ну и еще одно очень интересное дело, специфическое, это дело Сергея Зиринова, бизнесмена и владельца крупной курортной недвижимости в Анапе. Он обвинялся в убийстве. Доказательства там были, ну, достаточно сложные. Дело в том, что в Анапе любили отдыхать достаточно высокопоставленные представители судейского сообщества, и оно не было заинтересовано в том, чтобы это дело предавалось огласке. Зиринов был осужден присяжными за убийство вместе с соучастниками, но некоторые из этих присяжных потом рассказывали «Новой газете», что на них оказывалось давление. Конечно, председатель суда должен был быть в курсе этого, хотя в этом сегодня ничего уже такого сверхъестественного нет. Собственно говоря, вот то, что известно о Михаиле Птицыне. Мы же внимательно следили за той эпопеей с его назначением. Она продолжалась долго, три тура. В первых двух турах никто не решился подать заявление, потому что на это место как бы исподволь претендовала Егорова, хотя она тоже не подавала заявление, ей давал Верховный суд отрицательную характеристику. Когда на третий раз, наконец, она смирилась с этим, вот был выдвинут Птицын. Но здесь он попадает в очень уязвимую ситуацию на этом посту, благодаря тому, что в московских судах, чё ж греха таить, конечно, процветает коррупция, связанная с именами конкретных судей, не Ольги Егоровой, она в этом никогда замечена не была. Но, безусловно, там масса таких дел, связанных с московской недвижимостью, в первую очередь. Это и квартирное мошенничество, это и рейдерские захваты. И эти захваты не могли быть реализованы помимо содействия этому конкретных судей. Вот Ольга Александровна, конечно, этих судей прекрасно знает, а новый председатель, он не в курсе этой теневой очень сложной системы. Ему будет трудно, он будет вынужден бороться с коррупцией на этом новом посту. Но это такое минное поле, на котором он сам, так сказать, подвергает себя большой опасности. Тем более, что вот по этой эпопее мы понимаем, что Ольгу Егорову поддерживала некая коалиция высокопоставленных силовиков. И они даже предупреждали Птицына через всякие левые сайты, что они будут за ним внимательно следить. Методом работы этих товарищей является провокация, поэтому он, в общем, ему придется очень несладко, во всяком случае, на первых порах. Ну, мы пожелаем Михаилу Юрьевичу успеха, по крайней мере, в борьбе с коррупцией. Мы готовы этому всячески помогать. «Новая газета» знает, много дел она за ними следила и о них не раз писала, которые весьма подозрительны именно с коррупционной точки зрения. И так что, Михаил Юрьевич, обращайтесь, и мы тоже к вам будем обращаться. До встречи!